привет! С вами красивые люди! Сегодня у нас в гостях великий преподаватель, музыкант, гитарист, творческая личность Борис Чмиль. Привет, Боря! Какого человека ты считаешь красивым? Считаю я красивым людей, которые всесторонне развиты, которые являются личностью. Не просто марафет навести на лице и там форму поддерживать, бицепсы, там, как это называется, пресс. Вот, я про него забыл. Кубики, кубики. У меня сплошной один кубик такой большой, так что я крутой, да. А вот люди всесторонне развиты. Бывает человек красивый, но подходишь к нему, начинаешь разговаривать, он пустой, просто пустой, не о чем поговорить. А бывает человек такой серая мышка непредметная, а подходишь с ним, разговариваешь, и у него огромный целый мир. И вот такие люди привлекательные, которые чего-то делают, стремятся. Бывают такие люди, которые не получится, не смогу. А бывают люди наоборот, которые с виду ничего не могут, говорит, я преодолею. Вот такие люди красивые, на мой взгляд. Мне однажды сказали, что музыканты и, в частности, гитаристы, ну, просто самые красивые люди. Как ты считаешь, правда ли, что электрогитаристы, ну, или просто гитаристы, самые красивые люди? Самые ленивые – это да, и противные. Это почему? Чисто. Но гитаристы, они самовлюбленные, это звезды, поэтому они противны. Но я не такой. Дай, пожалуйста, пару советов для начинающих гитаристов. Вот что ты рекомендуешь ученикам, которые приходят к тебе и говорят: «Хочу играть на гитаре, хочу стать рок-звездой, например». У меня есть такая позиция, есть такое бытует мнение, что нужен талант, музыкальный слух. А я считаю, что если ты слышишь меня, дорогой друг, то у тебя уже есть слух. И талант – это работа, в первую очередь. Талант – это 1% из 100. Это просто масло, которое дает тебе двигаться быстрее. Но работоспособность – это без работы талант нивелируется. Так что нужно работать. И все можно сыграть, любую песню, которую ты знаешь. Можно многое повторить, если ты хочешь. Главное – желание и работа.